А мать третьего дня ушла из дома и никак не возвращается. Хозяин дома дал им помешка семечек, чтобы ни они не умерли с голоду. Мать семечки все пожарила и пошла на базар продать, чтобы купить детям хлеба. И пропала. Где искать мать, которую с начала войны не видел? Во дворе собрались люди и стали советовать пойти к коменданту. Коменданту царь и бог, он поможет. Теперь накормил братишек своим солдатским пайком и пошел, хромая, опираясь на палку, к коменданту. Оказывается, мать уже третий день сидела в КПЗ комендатуры. Вместо того, чтобы искупать свою вину честным трудом на хлопковом поле советского совхоза, она занялась спекуляцией, сказал комендант моряку. «Выпусти ее, гнида», — сказал матрос бледнее. «Ну-ну, полегче, я тебе язык быстро укорочу», — процедил комендант, поднимаясь с места, расстегнув на всякий случай кобуру. «А ну-ка, подпиши вот эту бумагу и будь добр каждый месяц являться на подпись». Матрос снял с себя бушлат, увешанный орденами и медалями, и огрел им коменданта по лицу.